Специалисты стоматологической клиники Dental Art тренируют маневр, как снять с кресла пациента, если ему требуется проведение базовой сердечно-легочной реанимации. Случаи внезапной остановки сердца пациента в стоматологическом кресле не редкость, рассказал спикер Антон Бичон. Сейчас персонал клиники проходит мастер-класс по оказанию экстренной помощи при неотложных и угрожающих состояниях в амбулаторной стоматологии. Dental Art – хорошая клиника. Во-первых, очень хорошие отношения внутри коллектива. Во-вторых, видно, что они периодически учатся. Это я сразу вижу как тренер с большим стажем, потому что видно, как люди берут знания. Те, кто привык учиться, они много и достаточно быстро информацию воспринимают хорошо, укладывают и не устают долго. Причина развития неотложных и угрожающих состояний, алгоритм безопасного применения местных анестетиков, особенности жалоб пациентов с предвестниками угрожающих состояний. Первый день мастер-класса был посвящен профилактике. На следующий день разбирали алгоритмы действий медицинского персонала, если пациенту во время приема все-таки стало плохо. А сегодня у нас практическая часть. То есть мы сначала отрабатываем помощь, неотложную помощь в группе. Каждый из нас играет роль, будь то роль врача, то роль пациента, ассистента. А следующий этап – отработка помощи на муляжах. Как понять, что именно происходит с пациентом, как вызвать скорую помощь, какие препараты вводить, как правильно организовать действия внутри коллектива. Навыки оказания первой помощи оттачивали на манекенах. На торсе тренируют компрессию грудной клетки и дефибрилляцию. На другом манекене отрабатывают навыки восстановления проходимости дыхательных путей. Мы периодически повышаем свою квалификацию. Каждый доктор по мере своего профиля, интересующего и курирующего его, отправляется на какие-то учебы, где мы действительно узнаем что-то новое. Например, в эти выходные я также поеду на дополнительное обучение по реставрации фронтальной группы зубов, поскольку это действительно эстетически важный момент для каждого пациента. Основные принципы работы стоматологического центра Dental Art – комфорт и безболезненное лечение. Опытные, высококвалифицированные специалисты всегда рады вас видеть по адресу улица Силкина, дом 10/1. Стоматология Dental Art – территория безопасности и комфорта.